То, что на сегодняшний день у каждого украинца болит душа, это безусловно. Она болит у нас у всех без исключения. Хочу обратить внимание на один факт, что среди нас, среди украинцев, сейчас нет ни одного человека, который бы не любил нашу Украину. Мы никогда не скажем «стоп», пока не увидим нашу Украину свободную и процветающую страну. Сердце обливается кровью, глядя на то, что сейчас там у нас происходит. Сейчас, да, наступили непростые времена. Но я знаю, что Украина никогда не прекратит бороться за свою свободу, независимость и целостность. Нет ничего дороже человеческой жизни. И я как женщина, и как все здравомыслящие люди нашей страны, я очень хочу, чтобы наступил мир и согласие в нашей Украине. Хочу, чтобы не погибали наши земляки. Хочу, что верить — это не война, это просто какое-то недоразумение. Войны любым путем нужно избежать. Для этого необходимо перейти к конструктивным переговорам. Мы, женщины, должны быть заинтересованы о мирном урегулировании ситуации в нашей стране. Конечно же, о выводе войск, о социальной защите населения, о мероприятиях, направленных на стабилизацию во всех регионах нашей страны, о принятии новых реформ от власти, потому что народ ждет реформ от власти. Власть должна считаться со своим народом. Эту власть выбирал народ. И жить власти нужно с народом, понимать, слышать всех жителей всех регионов нашей страны. Я призываю политикам к мудрости, призываю найти возможность сесть за стол переговоров. Нужно реально предложить народу выход из кризисной ситуации, предложить государственные программы по всем слоям населения Украины.